посмотрим, чем торгуют в Казахстане. Это у нас город Астана. Такой вот магазин Makita. Сейчас посмотрим, что там. Планекс макитовские на батарейках. Я чуть даже не помню, он у нас есть такой, нет, был представлен. Мешочки. Рубанечки. Различные пилы. Вот, кстати, с левым диском. Аккумуляторка. Диплоидка. Экзотичные. Ляли-пасюли. Закончил, да? Как только вспомнишь, смотрел. Вот этот очень крутой. Сейчас что-то еще делаешь, им? Двадцаточку. Как? Фены. Такой вот набор сноски. Подарочный. Бля, ну, конечно, какой-то пластилин. Набор такой, вид был синий, как видишь, открывался, нет? Какого чего? Вид синий, как видишь, такой был. Жилет. Чашка макитовская. Пошли в житичные болгарки. Фонарик макитовский. Снег свалился.
что болгарочки Makita. Цена условно делим на 5. Отрезные машинки. Обратите внимание на зал, какая выкладка красивая. Места много. Вихрь представлен. Какие интересные наручки. Наборчики для реноваторов. Струбцинки сибиртековские. Канистры. Дензо. Разгрузочка. Ну, примерно 4000. Перчаточки. Ну, вот Матрикс. Не видел у нас такую серию. Смотрите, ручки какие. 400 рублей в боковезах. Очень недорого. Угольник штурм с карандашом. Хоть такие. Сварочники. Различная оснастка для пневматики, в смысле для пистолетов прямого монтажа. Вот они сами, пороховые. Тут же, пожалуйста, тебе можно оттестироваться. Генераторы. Пушки тепловые. Хочу, пожалуйста, такелажная тебе вся техника. Примерно. Генераторы. Различные сизы. Спецовочка. Ну, условно говоря, 3000 ботиночки. Легкие. Носок защищен. Не знаю, кто производитель. У нас таких не видел. Тоже интересно. 4000 Mistral Light. Достаточно широкий ассортимент. Также спецовочка. Гроссовская. Дензел вот есть фирменная спецовка. Кто-то им шьет.
Ну, вот это более-менее выглядит прилично. Шелби. Тепловая техника. Тачки. Плиткорезы. Бутипаж. Такой ценник. Нихуя. Ну как это так? Из два этажа. Пойду поднимусь на второй этаж. Вот у ребят еще второй этаж, зал. Смотрите на выкладку, как все аккуратно сделано. Место позволяет. Еще маленький обзорчик. Набор вот такие промо. 20 тысяч. Смотрите, Краговский верстачок. Парень понес сепаратор фестуловский. Что-то на богатом. Краговский. Стенд, что-то для богатых. Посмотрите, какой. Ляли-писюльки. 21 тысяча. Ну, примерно 4 тысячи рублей. Полный ассортимент. Все, что хочешь. Ну, к примеру, стрипер. Там жемчуг, вернее. 115 тысяч. Хочешь квадратом, хочешь шестигранником. Набор 64 тысячи. Пожалуйста. Вот такие саквояжи. Я таких даже и не видел. Довольно интересный саквояж. У нас я таких не видел. Тысяч. Все в тенге, разумеется. Такие наборчики. Естественно, тут же рядом Вера. Различные наборы. Ну, делите на 5, я не буду делить. Пожалуйста. Всякие, какие хочешь, тверточки. Прикольно, вот этот барашек, 21 тысяча. Просто все, что хочешь. Наборы диэлектрические, десяточку. Различными наборами отвертки, джоперы, какие хочешь головки веровские, быси, струбценки. Все, что хочешь. В принципе, недорого за струбцинку, все трешечка, условно говоря. Какая-то очень легкая. Какая-то для магнезия. Быстро зажимаю. Действительно, навес очень-очень легкая. Какой-то волшебный сплав. По сравнению
17 тысяч. Грубо говоря, 3 с копейками. Сумка 3 рубля. Интересно. Там наборчик. Ценечка нету. А вот. Limited Edition. Бывает. 4000. А, две струбцинки за 4 рубля. Я, может быть, даже и возьму. Ну, есть, как говорится, все. Вот он еще, пожалуйста, разнобой веры, бики. Какие хотите, есть все. Ножи Липикс, всякие запчасти для стриперов, ножики, губки, ограничители. Здесь еще все, все на фирменных стендах. Star. Интересно, у них как отваривается. Здесь ребята Макиту завезли. Альтека. Линейка. Так, ну я без петлички не планировал снимать, поэтому если что-то не слышно, потом добавите. Интересно, я думал, у нас вообще, я не помню, чтобы такая линейка была. Сталкер. Что-то интересное. А? Мы для блога инструментального. Здесь выкладка Bosch. Там посмотрим. Это знала машина. Пожалуйста, какие хочешь. Трассовочка. Пылесосик. 15-й газ. За 20-й. Так, ну аккумуляторы, прокуры. Здесь получается 4-амперные. Десяточку. Различные дальномеры. Детекторы. Осепостроители. Вся расходочка. Ну, возьмем, допустим, самый популярный 6x110. Ценника не видно. Говорят, он 300-400 рублей. Старлоковские. Различные полотна. Также биты. Короночки биметаллические. Алмазочка. Обычные пильные. Различный абразив, чашка алмазная. Он же очень прочим, похоже на Хилтер.
тарелка сменная. Снимаем за нормальную цену. Линеечка бошевская. Ну, короче, отсюда никто никуда не уходил. У ребят все вообще хорошо. Классика 12.30 без аккумулятора 8000. Дальше. Фирменный стенд Woodwork. Совсем тут оснасточка. Всякие присадочки, угольнички. Ласточкин хвост, струбцинки, намотчики а-ля под косой шурок. А внизу, пожалуйста, те королевские. Все, что хочешь. Нарезы королевские. Саднички. Все есть. Ленточники. Макита. Соточку. Димаровские диски, пожалуйста, все, что хочешь. Абразивка макитовская, любых толщин и диаметров. Пожалуйста, бутонорезы. Торцовочка. Универсалка. Вот, аккумуляторная макита. Два по 18. Вот, 93 тысячи. Да, ну, пачки мало там у вас, да? Может, хелер? Хелер? Также различные. Диски. Все, что хочешь. Буры любых диаметров. Алмазные. Пыльки. Все какие хочешь. Ну, это знаменитый а-ля Макита Стармикс Метаба и же с ним. Ранцевые пылики. Такие бытовые домашние. Вот такой вот интересный есть цвет у Макита.
Кстати, что, считай, встроенный аккумулятор. 6 тысяч пылесос. Дома прибраться. Слушайте, ну ассортимент огромный. Здесь реально все. Пожалуйста, тимберлисмус. Беспозвоночная. Тележка большая. Стол макитовский. Для торцовки. Мешочки зоновские. Примерно так же стоит, как у нас, чуть подороже. Сверлышки. Пожалуйста, тебе сменные шланги, фильтра, щетки, насадки, переходники. Штиль представлен. Зонокосилочки макитовские. Пожалуйста. Айлен Буш. Резинки. Штилевские пылики. Каталог можно взять. Ну, понятно, вся чисто с обдувкой. Вся расходка. Бензопилы. Электрические. На любую шину. Косы. Штурмские. Кустарис. Удивительно, что есть чехлы МС, я у нас еще не могу. Кусторезы LGT, пожалуйста. Цепные пилы. На шнурке. Такая ляля-писюля аккумуляторная. Еще расходочки на китовской. Пожалуйста, различные фрезы. Черепашки. Такая лазочка. Инструкционный макитовский комплект 4 рубля. Отверточки всякие. Для фрезера. Наколенники вот макитовские есть для фанатов. Фена, ножи для рубанков, шины макитовские, трешка 180, чем метр 80, 90, не знаю, сколько стоит,
Ты что думаешь, я отсюда уйду с пустыми руками? Что мы теперь как бы меньше есть? Проблематика макитовская. Бана как житишный. Будете забивать цатку. Так, ну это лобзики. Полировалки. Такие. Вот они эти макитовские. Фрезер с базой. Тридцатку. Аккумуляторная тушка. Пожалуйста. Шина. Цепи. Здесь расходка Хеллер. Пожалуйста, всякие короночки. Сверлышки. Хорошая, кстати, оснастка. Я раньше работал, мне она очень нравилась. Сверлы жучие. Вот интересные такие. Мы их, кстати, на выставке видели, на строительной. Ну, так, естественно, к нам уже ничего не завез. Различные сверла, пожалуйста. Что хочешь. Наборами. Разнобой. Абразивка. Такая. Пойдем еще посмотрим, что есть. Пожалуйста, Дензел. Мотокоссы. Хьютер. Пельтека. Так, ну вот здесь уже пошло что-то на богатом. Верстачок. Цистерна. Ну, как бы... 80 тысяч. Я не помню, за сколько я его брал. Значит, 1008, что ли. Такие вот интересные. Планексы. Вторые. Ценников нет, чтобы не пугать людей. Велик. Расходочка. Три тысячи рублей. Расходка для пылесосов. Ножки. Пожалуйста, ножки в наборах. Ножки на распил. Патроны. Фрезы. Диски. Напоминаю, цены делим на 5 угла. Тарелки сменные. Это клинли кромки. Это обрезной, по-моему, станочек кромки, если не память не изменяет. Шини. Вот.
800. Здесь всякая десанта. Что-то на очень дорогом. Мини-ган 470 тысяч, это, грубо говоря, 90 тысяч. Кубрикин. Пожалуйста, какие хотите. По характеристикам они одинаковые, шина тоже 45-я, 12-я, такая же, как только молодой. В общем, крауза есть, пожалуйста, даже, да, вот строительных лесов. Ну, что-то скинешь, он надавит сам. Из бедерых коллег вообще. Маленькая. Да, потом восстанавливаем. Тут пневматика какая-то. Я не знаю с этой. Первый не знаком. Немножко она будет интересна. Частифтики. Матрикс. Еще какие-то. Мини-дата. Ну, короче, тут слона слонги. Ключики. Сибиртех, Стилс, Форс, такие различные наборчики. Все различные нитчики сверла, прям наборами идет. Различные для пневматики адаптеры, втулочки. Бихуевая тема. Че ты говоришь, что лента какая? Это гроссовская, скорее всего. Это кондуктор. 11, присоска, 8, затирочники, система стяжки, 74. Заусовочник, хуёвый. Рабовская присоска. Делители. У нас что-то, кстати, их вообще не видел, чтобы нихуя были представлены. Ну, всякие шпителечки. Короче, есть все на любой вкус. Так, ребята, завидую молча.